Это все с Грайвера едут. Вот мы заехали на заправку, сейчас вот моя, наша вот стоят машина. Вон еще едут. Это все з Грайвером. Це, до слова, були найрозумніші представники Білгородщини. Бо вже після цієї ночі ранок почався не з кави. Русські, а що з б***лом? Доброе утро. На Есенина, на конечке, куда вниз спускаемся, в рот, прилет, машины горят, Приезжали ты, Каска, новые реалии этой выборной кампании в Белгородском приграничье. В таком обмундировании работают и журналисты, которые освещают ход досрочного голосования, и члены избирательных комиссий, что ходят по домам. На этих выборах обязательные элементы униформы в приграничье – бронежилет, каска и аптечка для оказания первой помощи. Даруйте, а что сталося? Звідки у бідних белгородчат виникли ці обязательные элементы? Непонятно.